дальше за звуки? Выехал, черт, это который из 48-й официальной серии, да? Канал Дедлайн. Скибиди туалет 49. Ну, погнали, да, кстати, надо погромче сделать. О, все! Вылетел, вылетел уже спикермен. Смотрите, вот здесь вот в правильном направлении движемся. А то официальная вот Скибиди туалет 48 серия была про какого-то чувака с пилой. А я как бы хотел вот как раз вот эту тему досмотреть. Чё там со спикерменом, с ТВ-меном? Вот нам Дедлайн сейчас в этой фанатской 49 серии пока что. Нифига себе, такое я первый раз вижу, чтобы камерамен так активно бегал во время анимации. А, ну понятно, кто у нас. Понятно, кто у нас побеждает. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Собственно, я думаю, вы все понимаете. Смотрим фанатские версии, еще не вышедшие 49-й серии Скибиди Тойлы. Воу, а это кто? Это какой-то техник-ремонтник или наоборот? Скорее ломатель, а не ремонтник, да? Вот есть должность ремонтник, есть ломатель. А это ученый. Это ученый, он сейчас будет, короче, разбирать, да? Что он вырвал? Мину! Это мины такие в Half-Life были использованы, я помню. А что у него, у ТВ-мена там мина торчала в груди, что ли? Интересно. Здорово. Воу-воу-воу-воу! Ну, естественно, камерамен, конечно, интеллектуал, еще бы ближе встал там. Канал К2БЕ. Та же история, 49-й фанатский эпизод. Да, кстати, если нравится, не забывайте лайк, ставьте, подписывайтесь, жмите колокольчик. Ой, мертвые скибидисты лежат. Бедолаги. Что за звуки? Да, правильно, спасибо огромное. А то у меня от этого пищания уже собаки какие-нибудь, знаете, которые во дворе там у меня бегают, сейчас возбудятся на эти пищания просто, мне кажется, гавкать начнут. Куда это годится? О! Выехал! Выехал, черт! Это который из 48-й официальной серии, да? О, все. Бошки посносил. Смотрите, как камерамен там носится. Нормально. Бедолага перепугался совсем. Ну, правильно, я его понимаю прекрасно. За мной бы такое чувырло бегало, я бы тоже испугался. Слушайте, а что этот камерамен какой-то вообще не модный? У него как-то башка белая, все остальное черное, как-то вообще не совпадение. Дольче, там кабана, как-нибудь бы, наверное, посмотрел, сказал бы. Вообще не катит цветовая гамма, не в тему. Канал FUK Lore. Тоже Скибиди Тойлет 49, смотри. Сломанный стоит. О, понятно, тут надо как-то это переслушать, но я не знаю, как... Я не знаю, как наоборот это запустить. Так. Ага. Чё, ты телепортируешься, дружище? По-моему, он сейчас что-то нехорошее сказал. Хорошо, что мы этого не слышим, скорее всего. Да, навонял ты знатно, дружище. Это все? Вау. Вот это сюжет. Это просто мое почтение, это право. Это сейчас было круто. Канал Вилла Пила. Смотрите, Скибиди Тойлет 49. Ну тут все прямо вот как во втором Half-Life выглядит. Ой. Приползло. Что-то... Новый саундтрек у него там какой-то, а? А кто его тащит? Что за чертило его тащит? Куда? Взял нашего кореша, забрал. Ой-ой-ой. Бедный Йорик. Здрасте. Ну, язычки у вас, конечно, стрёмные. Блин, смотрите, кто пришел. Я этого типа уже тысячу лет не видел. Это же священный скибидист. Где ты был все это время, родной? А, понятно. Может, ты правильно еще не возвращался так долго, а? Плохо это для него закончилось, определенно. Так, что-то этот лапу поднял. Опять они там отплясывают под какую-то музыку. Припасы. Так, ну что, смотрите, камерамен повержен. Ничего себе, скибидист ослепил его. Давай, ТВ-мен, просыпайся, тут без тебя никак вообще. ТВ-мен реально как с похмелья какой-то. Жидкостью для экрана, видать, которым экран вытирают, конкретно, знаете, не по назначению употребил. Ай-яй-яй, ТВ-мен. Что такое, что идет? Ты отстаньте от меня, не надо вот этих вот, пожалуйста, вот поцелуйчиков, да? Мы еще мало знакомы. А вот, кстати, 48-я фандмейт серия с этого же канала. О боже, все, полетел. Полетел уже со своими глазюками, со своей ротякой. О! Ну все собрались, да. Слушай, нормально боданул. Ничего себе, ты кунг-фу мастер. Так, не, вот этот тип, он существует, по-моему, только ради того, чтобы сваривать. Так Фордл, по крайней мере, объяснял. Насколько я помню, он сам, по идее, не нападает. Ну ладно, у нас тут небольшое... Если это правда, то у нас тут небольшое нарушение лора. Ничего страшного. О, вот этот тип.
Вот это жесткий парень вообще. Вот его, кстати, и в оригинале бы не помешало увидеть. Вообще прикольно. Мне нравится вот этот вот огромный телевизионный монстряк. Пип-пип-пип. Это он что-то нехорошее сказал определенно. Так. Сейчас музыка какая-то начнется. Это как первые начальные три ноты какой-то мелодии. О, все. Смывайся, да. И больше тут не появляйся, родной. Анимация такая прикольная, дерганная, конечно. Не, ну чё, довольно увлекательно развиваются события, надо сказать. Да, ставьте лайк, согласен. Канал SunRed, 49-й эпизод. Только здесь вообще не понятно, что происходит. Во-первых, что он говорит? Ну-ка, еще раз. I want you for mercy. Короче, это кто вообще? Это спикермен, но какой-то... Очень уникальный спикермен. О, Джимен! Ну, Джимена я узнаю. Тебя, дружище, я узнаю, да. Это получается, смотрите, у него там и телевизор, и телевизор, и колонка. Нет, у этого только телевизор, да? У этого колонка, да? Он его выставляет как оружие, и... Джимена аж поплавило. О, не, ну это победа. Однозначная победа. Тут Джимен, как бы, его полномочия, все, нифига себе. Он все время сбоку наблюдал, да, такой стоял? Ну окей. Так, смотрите. Питомца какого... Слушайте, а тут вообще качественная анимация, капец. Питомца какого-то он себе сейчас на плечи посадит. Паразитического своего, да, я так понимаю? Скибидишного. Вау. Нифига себе. Не, ну это вообще прикольно, слушайте, сделано. Топовая работа, я считаю. Все, отбросил, отбросил. Слушайте, надо будет поподробнее ознакомиться с этим каналом, наверное. И в будущем, я чувствую, здесь прям интересненько, так оригинальненько. О, сейчас битва двух боссов будет. Сейчас столкнется со своим соперником, да? Или что? Или что нас ждет, а? А, туалетная база. Скиди туалеты тут летают везде, короче, да? На пропеллерах. На своих. О, хорош. Ну тебе точно надо на скиди туалет сесть. У тебя уже днище пробивает. Пошла войнушка потихоньку, помаленьку, да? Канал Загдор. 48-я серия. Да, ребята. Ты боже, сколько всяких разных 48-х серий я уже видел. Я уже даже не... Скоро забуду, что там в оригинале-то было. Вау. Он тебе в самое дорогое место пытался выстрелить? А? Не удалось. Явно не удалось. Что? 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 Простите. Понятно. Понял, принял. Будем знать, товарищ. Слушайте, какой-то странный телевизор. Вот это вот экран, 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 экран и посреди большой экран. Как-то, мне кажется, не очень удобно такой телевизор смотреть. Ну да ладно. Теперь кликайте сюда, ребята. В общем, на этом мы заканчиваем сегодня смотр всяких фанатских видосиков по скибиди туалету. Ждем оригинал от Дафак Бума. Здесь вас ждет видосик на ту же тему, поэтому если тут вам было весело, тут будет тоже. Всем счастливо, удачи и пока. Увидимся вот тут.